Полное описание и точность дата выхода 40-й серии турецкого сериала «Ветреный». 40-я серия сериала выйдет в эфир на турецком телевидении 25 сентября. В новой серии мы увидим, как Аслану выдвинули обвинения в покушении, а с Мирана были сняты все подозрения, так как это не он стрелял. Теперь нужно просто немного успокоиться и встретиться с Асланом, для того чтобы поговорить с ним. Миран должен все узнать про этого Аслана и кем он является. Риян в сердцах решила сказать Мирану о том, что собирается развестись с ним. Она не хочет слушать всего, что ей будет говорить муж. И девушка приняла окончательное решение. Миран просит Риян выслушать его, и он все объяснит. Но никто не сможет повлиять на ее решение. Миран не сможет все объяснить таким образом, чтобы все услышанное ею просто исчезло, и она забыла обо всем. Риян говорит о том, что ему не нужно было стрелять в Азата. Миран же ответил, что если бы он это не сделал, то тогда бабушка бы выстрелила в него. У него не оставалось другого выбора. Больше всего Мирану не хотелось бы терять свою возлюбленную из-за этой ситуации. Никому не известно, правду ли говорит Азат, или же это его очередной хитрый план и бабушки Мирана. Мирану удается найти Аслана, и он стал спрашивать у него, кто он и что ему нужно. Сам же Аслан ответил, что он спас его и Азата, поэтому Миран должен быть благодарен. Напомню, 40-я серия сериала выйдет в эфир 25 сентября. Нравится сериал и ждете выхода новой серии? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.